21 июля 1969 года человек в первый раз ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11». Известна его фраза, которую он произнес: «Ступив на Луну, это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Экипаж корабля состоял из 3 астронавтов. Экспедиция не преследовала исследовательских задач, цель ее была проста – совершить посадку на спутники Земли и успешно вернуться обратно. В ходе миссии командный корабль остался на орбите, а 2 астронавтам Нилу Армстронгу и Эдвину Олдрину предстояло в летательном модуле совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта, сфотографироваться и установить несколько приборов. Модуль прилунился к морю спокойствия 20 июля в 20 часов 17 минут по Гринвичу. Армстронг спустился на поверхность Луны в 02 часа 56 минут 21 июля, через некоторое время к нему присоединился Олдрин. Камера, установленная снаружи модуля, транслировала выход космонавтов на поверхность Луны. Астронавты собрали необходимое количество материалов, разместили приборы и установили телевизионную камеру. После этого они в поле зрения камеры установили американский флаг. Как известно, Конгресс США отверг предложение НАСА установить на Луне флаг ООН и провели сеанс связи с президентом Никсоном. Астронавты оставили на спутнике памятную табличку со словами: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну». Июль 1969 года новой эры. «Мы пришли с миром от имени всего человечества». Олдрин пробыл на Луне около 1,5 часов, Армстронг – более 2 часов. Спустя 22 часа после прилунения летательный модуль стартовал с поверхности.